Ну, нельзя представить того, чтобы Украина, даже если развернутся военные действия, действовала так, как Россия. Да если наши начнут стрелять по мирным объектам, да их просто съедят здесь. Наши законы не позволяют. А России все можно. Поэтому, когда там высказывают опасения, что будет, я говорю, ну, мы не русские, только держитесь подальше от военных баз. А ситуация такая, что, видимо, вынуждены будем. Что касается настроения, там по-разному, конечно. Обыватели, которые там на первом плане, а что будет с нами, вот нас тоже будут убивать. Паника. Огромные потоки машин в сторону России. Причем и чиновники Аксенов и Константина вывезли свои семьи. Сотрудники ФСБ отдельными какими-то фургонами под охраной тоже там вывозят своих людей. Это хороший признак. Ну и есть общий такой настрой. Ну, это в первую очередь я сужу по крымским татарам. Они ходят друг к другу. Гости называются «Гозайден кависе» – кофе по случаю благоприятной вести.